пользуемся моментом, продолжаем пользоваться моментом и готовим тыкву. На этот раз мы приготовим потрясающий тыквенный пирог. Вот такой вот слой начинки там будет. Пирог потрясный. Мы даже его включили в нашу книгу, вот в эту, вот в первую. Книги продаются в книжных магазинах. Нам нужна тыква. Тыкву очищаем от семян и варим. Мы это делаем в микроволновке. Тыква крутится. Минут 15 ей понадобится. Может быть, чуть-чуть побольше. А мы с вами сделаем тесто пока. Как я. Что там у тебя? Что там у тебя? Здесь 150 грамм сливочного масла, одно яйцо и мука. Всего 300 грамм понадобится. Из получившегося теста сформировали мы корж с бортиками такими довольно хорошими. И отставляем в сторонку. Тыква все еще у нас там запекается. Мы приступим к начинке, чтобы времени не терять. В чашу блендера сразу разбиваем 3 яйца и добавляем немножечко сахара. Грамм 100. Все, она мягкая. Мы мякоть извлекаем и отправляем в начинку. Осталось в нашу супер начинку добавить еще сливки. Ну, миллилитров 100 мы добавим. Обычные 10% используем. И немножечко корицы. Тыква любит всякие специи, так что гвоздика, мускатный орех, имбирь смело сюда тоже добавляйте. Ух ты, как аж вспенилось. Выливаем нашу тыквенную начинку. Она жидкая, но все схватится за счет сливок и яиц. Огонь. Ох и ах, пирог уже готов. Класс. Вообще. Вообще. Разрежем? Давай. Давай. Ну, давай показывай. Готово. Ой. Зрите. Вообще, обожаю. Это самый вкусный пирог в мире вообще. Побольше кусок давай отрежем.